К детскому празднику детская площадка. В Каменке на бульваре Солтеса устанавливают игровой комплекс. Уже почти все готово. Небольшой детский городок, который включает в себя горку небольшую, элементы для лазания детей, две качели, также импровизированный домик под башней, на которую смонтирована горка. Когда люди будут приезжать или в магазин, или к фонтану, смогут пройтись, погулять с детьми. Из соседних дворов дети смогли бы прийти сюда, поиграть, отдохнуть. Сквер на бульваре Героя Солтеса приводят в порядок с прошлой осени. Выложили плитку, установили новые лавочки. Сейчас работы продолжают. Скоро здесь появится площадка для воркаута. Будут ограждения и больше света. Раньше здесь были кусты, заросли, это было как-то не очень красиво и не эстетично. А сейчас очень удобно. Шериф рядом, зашел в магазин, купил даже что-то себе перекусить. Ребенку какое-то мороженое, какую-то булочку. Сели отдохнуть на лавочке. Вот открыли комплекс детский, ребенок себе покатался. Под присмотром родителей. Мама отдыхает, ребенок наслаждается. Красота. Ну а игровому комплексу дети уже устроили тест-драйв.